Кувшинка белая или водяная лилия, нимфея белая, северный лотос. Родовое название кувшинка получила в честь мифологических нимф. Травянистый водный длиннокорневищный многолетник. Цветет в мае-июне, плодоносит в августе. Цветки кувшинки раскрываются около 7 часов утра и закрываются вечером к 18 часам. Это позволило включить нимфею в список растения цветочной часы. Опыляется в основном жуками. После опыления цветоножка спирально закручивается, цветок погружается в воду, плоды созревают под водой. Плод распадается, семена всплывают на поверхность воды, ослизняются, затем опускаются на дно и прорастают. Скопление семян напоминает рыбью икру, что привлекает птиц. Таким образом, кувшинка переносится на другие водоемы. Растение сокращает численность в результате заиления и зарастания водоемов, сбора корневищ в лекарственных и декоративных целях, уничтожения при рыбно-техническом и рыбно-прудовом строительстве, мелиоративных и сейсморазведочных работах.